Canon PowerShot G9. Замена платы питания. Для начала фотоаппарат необходимо разобрать. Последовательность разборки подробно описана в ролике Canon PowerShot G9 разбор. Пинцетом отсоединяем коннектор. Затем откручиваем винт и поднимаем половину платы. Далее отсоединяем второй коннектор и откручиваем второй винт. На плате находятся контроллер питания и часовая батарейка. Новую плату питания прикладываем к корпусу и фиксируем винтом. Затем подключаем коннектор батарейного отсека. Складываем плату пополам и подключаем коннектор системной платы. Фиксируем плату винтом. Все, плата питания заменена.